Чон Чон Гук. Что, черт возьми, происходит? Закусывать надо. Я люблю тебя. И что с этого? Зато я тебя никогда не любил. А твоя Лалиса кинула тебя. Зеленоглазый француз свел меня с ума. Salut, je m'appelle Jean-Paul, je suis millionnaire. Tu me plais. Ça te dirait qu'on se marie et qu'on déménage ensemble à Monaco? Чего, блядь? Мое сердце принадлежит только ей. И вообще, что происходит? Ты же мертва, черт возьми! Я же тебе пустил пулю в сердце! Ладно, ничего страшного. Я даже это готова тебе простить, Чонгук. Зато я не прощу себе, что когда-то связался с тобою. Чонгук, ты должен быть со мною. Да никогда в жизни. Вернись! Запомни раз и навсегда, я люблю только одну женщину. Но ты моя любимая, как прежде лучше всех. Это ошибка. Нет, это Спарта! Эй, дружище, Чонгук, просыпайся! Сколько уже можно дрыхать? Я, кажется, вчера слишком перебрал. Представляешь, мне приснился страшный сон, черт. Да ну, и про что же он был? Рассказывай. Даже не знаю, с чего начать. Ну, короче говоря, во сне меня убили. Ну так и не доставайся же ты. Да хорош ты уже! Кому понадобилось убивать такое прекрасное создание, как ты? Да мало ли. Ладно, не бери в голову, забудь. Ты давай вставай, прими ванну и приведи себя в порядок. У нас сегодня планы. Да что за еще планы? Я не планирую сегодня никуда идти. Мы будем искать тебе новую женщину. Мне не нужна новая женщина. Автор, где ты был? Что ж вы нас тогда так исчезли внезапно? Я, тетенька, неприятную телеграмму получил. Пришлось полететь спасать свое движимое и недвижимое имущество. Спасли? Да нет. А почему ты не писал в комментариях? Вы скрылись так неожиданно. И ни одного письма. Я не писал вам, потому что не мог сообщить ничего приятного. Я так и думала. Слушай, автор. Ты вроде как упоминал о некой Анне, которая якобы возьмет бразды правления твоего канала. Я слышал, что она не готова вести канал автора. Ты не хочешь принять величайшую честь? При всем уважении, нет. Так что канал по-прежнему будет вести сам автор. Ну и всех нас по-прежнему будет озвучивать тоже сам. Опа! Я сотворил это место. Я и правила придумал. Я здесь творец. Это очень правильное решение. Думаю, подписчики со мной согласятся. Я так счастлива, что автор не будет передавать штурвал своего канала в другие руки. Капитан Воробей, жемчужина ваша. Поплывем к горизонту. Так выпьем чарку йо-го. Ну и где же ты собираешься искать мне женщину? Я знаю, к кому обратиться, и я пошел улаживать этот вопрос. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you.
поговорю с нею. Но если она пошлет, не обижайтесь. Мы тут голову ломаем, как Лиски вернуть Чонгука, а Тэхён просит ему найти пассию. Я ведь сейчас быстро позвоню Дженни, пускай приведет своего Тэшечку в чувство.